Masse Hasar, Masse Janas. Palhu Mansepa, Winja Dwashala. Tusama, Winja Urus Waidarsh, Gwifa Haplaha, Winjai Damsha. By a Guama. Udam, Krauhadan Yaudan. Isila, Haskapuris. Winjan, Hirakwas Barak. Nu, Laukas Guama. Mash Apashkanti, Winja Brashtar. Balshayua Gwasharsh. Urus Sansharsh. Mas Sansharsh. Друзья, я всех приветствую на канале RusGame Tactics. Это прохождение игры Far Cry Primal. И, как всегда, я желаю всем приятного просмотра. Страшные первобытные люди. Их даже не пугает размер вот этих мамонтов. Нам советуют передвигаться, пригнувшись. Ну, наверное, чтобы нас не заметили и не растоптали. А этого чувака, который идет впереди, зовут Далса. Нашего главного героя зовут Такар. И у нас всего лишь две ячейки здоровья. Мы ищем маленького мамонта. Его требуется отделить от стада. Короче говоря, они очень долго голодали, много солнц, но как только они убьют маленького мамонтенка, то придет им счастье. И вот, кажется, они нашли маленького мамонта, и Такар должен быть готовым, то есть мы должны быть готовыми атаковать. Хорошо воткнул, да?
Так, что-то загорелось нафиг. Давай, давай, давай. Хорош. А, к сожалению, у меня больше нет, чем запулить в него. Подождите, как нет. Есть. Ну чё, почти добили. Давай, 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 вот так. Ух, вот эта зверюга. Попал, тем не менее. Преследуйте добычу. А вот он ждет охотников, да? Где они? Ой, мимо. Прям класс. Ну, давайте, что стоите-то? Все, теперь будет что поесть. Суан, Браштар. Суан. Ушлау, драк ваш. Тигри! Тигри! Айдрана! Апа! Айдрана! Апа! Стакар! Чита Такар. Ум Урус Вайда. Ум наш Абашканди Винджа. Браштар. Вайда. Лау Драгваш. Уру Шанти, Матигри Шантир, Дачиста Даусом. Путь в Урус. Требуется нам соорудить оружие. Это может быть копье, может быть лук. Итак, ольха, тростник и сланец. Нам надо посмотреть. Вот тростник. И, кажется, также есть сланец неподалеку. Вот еще тростник. Есть. Ну и, наконец, сланец. Один, и вот здесь второй. Изготовьте лук. Для этого идем в меню изготовления. Ну вот, первый лук. Первое наше сделанное оружие. Теперь охотиться. Для сил нужно искать добычу. Так, и где
где-то здесь прям рядышком рычит вот этот тигр. Ну, пойдем искать добычу. Ой, спасибо. Соберем с вами много ольхи. Так, ну а теперь пойдем искать зверей. Так, кажется, я вижу. Кажется, я вижу, как там было написано, подкрасться. Выстрел в голову засчитали. То бишь, хедшот. Ну так что, вот она добыча. Забираем стрелу, снимаем шкуру и получаем мясо. Лечиться. Так, еще один козлик. Опять голова. Это очередной хедшот. Ну потому что если попадать в туловище, то придется использовать еще одну стрелу. Ну вот для примера, смотрите. Туловище, видите? Все, он побежал. А если в голову засадить, то это ваншот получается. Но в любом случае, как видите, далеко добыча не убегает. Достаточно подбить. Но все зависит также от размеров и силы зверя. Соответственно, если он сильнее, то и дальше будет бежать. Найти убежище и развести костер. Наш мешок полон. Давайте все-таки ольху еще возьму. Чтобы сделать стрелы. А, у нас пока максимум. Вот, кажется, где-то здесь. А, вот, собственно, хорошее укрытие. Так, мы пришли с вами на место. Придется сделать костер. В общем, какая-то идея фикс. Добраться до Уруса. Я делать дубинка, говорит. Ну, давайте сделаем дубинку. Итак, в дубинку он вставляет камень. Неплохо. То есть, получается, уже дубина. Ох. Ох, хороша. Так, теперь поджечь дубинку и сделать факел. Ну вот, совершенно другое дело. Ну, также огнем можно отгонять каких-нибудь диких зверей. Например, волков, кого-нибудь еще, диких собак. А вон и наш друг, тигр. Тигр-убийца. Да, следы ведут вперед. Так, так, так. Ну, здесь где-то спуск должен быть. Так, давайте посмотрим. Да, вот здесь. В этом месте можно спуститься. А можно и спрыгнуть. Спокойно. Ну, прям-таки торопиться не будем, наверное. Следы ведут к этому трупу. Это труп волка. А шкуру можно взять. Сильные-сильные винджа убили этого волка. Как говорит Такар. Где-то здесь волки, и он сможет пугать, отпугивать их огнем. Сейчас давайте посмотрим. А, вон и волки. Итак, почему-то следы у нас... А, нет, все-таки идут наверх сюда. Так, сильный, сильный винджа. А ну, пошел вон. Мохнатый.
пошел отсюда. Все, прогнали. Так, забираемся и пробираемся теперь в эту пещеру. Ну, я думаю, никто не сомневается, что следы все-таки ведут сюда, да. Чертов рык. В этой пещере можно наткнуться на неприятности. Так, сланец брать, наверное, не будем. А вот здесь можно развести костер. Это, наверное, своего рода будет чекпоинт у нас. А, нет, он просто изучает. Теплая зала. Винджа где-то рядышком. Ну что ж, давайте нырнем тогда. Ух. Ну, в принципе, да, я мог допрыгнуть. Согласен. Так, возьмем лук с вами. Сейчас вот здесь есть костер. Эх ты, блин, темень. Жир появился. Можно поджечь. Можно поджечь и стрелу, и дубину. Так, что это было? Прочная древесина. Пригодится для сооружения стрел. Для изготовления стрел. О! Что это? Сумка. Две кости здесь. Жир зверя. Ну, кажется, правильно идем. Опять костер. И опять тигр. Винджи где-то недалеко. И мыши. А они что здесь делают? Летучие мыши, обычные мыши. Так, давайте побыстрее, потому что сейчас стрела догорит. Догорела. Ничего не пропустили? Мышка показывает нам дорогу. И опять вода. Ну, проплывем тогда. Надо признать, плавает, конечно, он хорошо. И быстро. Как рыба. Так, одну секундочку. Так, что это было? Вау! Твою ты! Чувака какого-то потащил. Обалдеть. Да, друзья. Раньше было именно так. Люди никого не щадили, и звери тоже никого не щадили. В том числе и людей. Эволюция! Утром!
На Орроспи? Палу, Сашвалим Шалам, Такар Хасам. Сайла. Тигри Чавасу, Тии Баямартис. Тигри Удамдав. Удамшаус. Даусам. Ну такар улимуана. Ку, айка гвашта. Ми кауа. Ахатра. Гуама. Гуама. Да. Куала ли уинжа? Удам Шаджан. Уинджа Дамша. Угуджарра. Удам. Пальху Уинджа Угуанна. Ну, Уинджа Хайва Гуаша. Сандамша. Оросу. Тигри данша дубу. Сакуим. Ай. Уалта лауба акиста. У. Ми барра. Мне требуется искать зеленые листья, чтобы залечить рану Сайлы. Как мы успели заметить, ее достаточно серьезно поранил тигр. И задание называется «Глубокие раны». А, в общем, поговорили они по поводу Винджи. А, эта девочка сказала, что сюда пришли другие и всех нафиг поубивали. Судя по всему, в этой местности она осталась одна. Итак, пойдем тогда искать. Давайте познакомимся с картой. Ну, достаточно обширная местность. И нам придется с вами... ну, параллельно ее изучать. Параллельно будем с вами охотиться. Тут есть как и безобидные животные, так и хищники, конечно же. Так. А, это камень. Господи, я подумал уже... Смотрю, козлики. Здесь потребуется какое-то приспособление. Да, нам потребуется разблокировать крюк. Так, секундочку. Кто-то кричал? Это люди? А, нет, нет, нет. Какие люди? Это не люди. Это звери. Вот здесь есть зверь. Так, олененок, да? Ну, иди сюда. Хедшот, друзья. С дальней дистанции. Так, это что у нас? Это олень. Но подождите, мы с вами пришли за зелеными листьями. До этих листьев еще 100 метров. И вот здесь аккуратно. Да, надо не свалиться. Природа очень красивая. Мне, между прочим, мне во всех предыдущих частях нравилась охота. Я бы даже сказал, очень нравилась.
Так, секундочку, не убегайте. И особенно охота с луком. Так, ну вот, смотрите, где-то здесь... Так, а это что у нас? Это черепахи? Нет, черепах мы трогать не будем. Что ж, пойдем искать эти листья. Вот, кажется, что-то подходящее. Секундочку, секундочку, секундочку. Это ж враг. Да. Удам. Есть мясо. Смотрите, как он ест, как животное. Причем... Ой. Блин, этого не заметил. Ну, точнее, вовремя не заметил. В итоге все нормально. Сейчас еще и стрелу заберем. Так. Блин, смотрите, что они делали. Людоеды гребаные. Про них как раз и сказали, что... И людей они едят. Выбираем зеленые листья. Итак, нам нужно 4 кустика срезать. Да, так что здесь не только хищники, но и вот эти вражеские народности, скажем так. Вражеские племена. Где еще один куст? Пойдем найдем. Это что такое? Опять черепахи. Это кто идет? Тихо, 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 не убегай. Сейчас захедшотим. Эх, блин. Ну, практически. Ну что ж, это вот такое получается у нас небольшое знакомство с местной природой, флорой и фауной. Сейчас пойдем обратно. Опять хедшот. Что не выстрел, то хедшот. За хедшоты, кстати говоря, дают больше очков. И мы с вами обнаружили камни реки Ваквас. А что здесь интересного может быть? Ну, такое, смотрите, совсем небольшое поселение. Господи, зачем я это сделал? Случайно, друзья, зашел. Так, что-то можно было сделать. А, поджечь стрелу. Ой, дорогой мой. Нет, тебя я не буду убивать. Раз ты такой смелый. Возьмем еще тростник. Посмотрим, нужно ли делать стрелы. Да, давайте изготовим полный комплект. Сейчас еще козлика завалим. А что такое? Что все разбежались-то? Прям как будто здесь где-то неподалеку хищник объявился. Ну нет, они, скорее всего, пугаются меня. Так, ну потихонечку давайте подниматься. Так, а ну-ка, тихо, тихо, тихо. Эх, блин, увидел. Ну давай, беги сюда. Ну вот и все. Где-то, оказывается, еще один. Ребята, ну это не проблема. Я могу так стрелять сколько угодно. Издалека. Так, вон он. Ну и все. Сейчас давайте, кстати говоря, их обыщем. Быть может, что-то ценное. Кремень. Красный лист. Что там по изготовлению? Давайте сразу сделаем дополнительное здоровье. Теперь у нас 3 ячейки здоровья. Ну и, конечно, быстрее надо возвращаться к Сайле. А то она там, бедная, кровью истекает. Это что такое? Блин, камень. Фух. А издалека, конечно, кажется, как будто какой-то хищный зверь. Сайла. Ти валнаи. Шаджа. Тани Члаута. Ху, Члаута. Тани. Дубу.
Washed. Luhayam, Urus Quapacham. Palhubayatar. Wool. Hearse. Udam. Salwa Tija. Uanna. Winja Waida. Uhai padas shwa. О, население 2. Здесь они основали свою деревню. Плюс 500 очков опыта. Нам нужно зарабатывать еще, потому что нужно прокачивать нашего героя. Задание «Глубокие раны» завершено, и мы идем изучать Урус. Итак, нам нужно добраться до кострища на Кути. А сложность низкая. Кто бы сомневался, что мы туда доберемся. Пойдем. В общем, подлечили нашу сайлочку. Приложили подорожник. Уверен, заживет как на собаке. Так, ну и пойдем. Снова будем с вами наслаждаться красотами девственной природы. Оленята бегают, козлики. Но нам сказали, что здесь могут быть и медведи, и волки, и удам. Воинственные племена. Так. Что это? Подождите, какая-то сумка? Сейчас. Чего-то я ничего не вижу. Может быть, какой-то тайный проход здесь есть? Так. А-а-а, вот ты где. Прикольно. Ну-ка, если собьем. Да фиг там. Так, а если... Так, посмотрим, что-нибудь... Может быть, можно кинуть? Да вроде нет. А если поджечь? Ну да, теперь получается... Так, стойте, это мячик. Жир зверя, древесина, чего-то там еще. Пойдем лесами. Ну, потому что по дорожке, по тропинке это прям как-то будет банально. Стойте, это что у нас? Красный лист. Наверняка пригодится для каких-то зелий. Да, вот здесь мы с вами и пересечем это озерцо. Кто это был? А, это дикая собака. Даже две. Ну, сейчас я до них доберусь. Сейчас я доберусь до них. Опа! И все, мы в воде. Куда свалили? Дикая собака. Отлично. Ну что, бежите? Ой! Так, секундочку. Ну здесь, конечно, можно было в ближнем бою использовать дубину. Да бог с ним. Мне как-то даже луком сподручней. Что-нибудь изготовить.
Ну, разумеется, можно. Можно изготовить колчан. Так, здесь шкура кабана. Прикольно. Тогда сразу крафтим стрелы на все, что есть. И надо теперь собирать деревяшки. Так. Прикольно. А это что за зверь? Олень. Ну, вы знаете, как-то издалека не особо было разобрать. Все спокойно. Медведей нет, волков нет. Так, а теперь... Тихо. Опасность. Эй! Я охотник. А что это за... Так, дубина моя где? Сейчас я тебя покажу. Срань такая. Слушайте, это черная редкая собака. А я думаю, почему она не убивается? Блин, опять что ли? Да вы смеетесь. А вот эту собачку с одного. Так, мясо получили. Ну-ка, забирайся. Да ты что, серьезно? Да не может быть такого. Прыжок давай. Так, посильнее разгонимся. Реально, не получается. Ну что ж. Так, вот здесь. Просто дупло. Там ничего. Там все пусто внутри. Итак, деревяшки для стрел. Кабанчик. Да вы что, серьезно? Да. Так, вот здесь подождем его. Хедшот двойной. И пойдем теперь искать того кабана. Далеко он не убежал. Разожгите сигнальный костер, чтобы захватить его. Итак, в меню крафта у нас теперь доступен мешок охотника. Опять придется залезать. Хрю-хрю. Где-то опять рядом находится с нами кабанчик. Тихо, тихо, тихо. Кто кричит? Подсказка по сигнальным кострам. А я что-то никого не вижу. Опа! Ну вот и все. Зажгли. Кострище на куте. Один из 16 сигнальных костров. За это получили 400 опыта. И теперь доступно также быстрое перемещение. О! Редкий красный цветок. Здесь есть тайник, есть какой-то лут. И плюс одно очко навыка. Что это у нас? Давайте позволим себе восстановить одну ячейку. Возвращаться обратно нет нужды. Мы с вами идем вперед. Еще один красный цветок, судя по всему. Это у нас козочки, козлики. Что это?
А, ничего себе. Сумка. Мясо. Плюс 4. Жир зверя. Плюс 3. Да чё за жесть? Вы знаете, я думаю, что в первое время нас будут, точнее меня, будут многие вот эти странные звуки пугать. Потому что непонятно. А, ничего себе, вы посмотрите, какой лосяра! Не, надо взять его. Обалдеть. Чё у него на голове? Но тут знаете, какая проблема? Дело в том, что он может нас прибить нафиг. Ну я попробую. Давай, повернись. Но одной стрелы, конечно, будет мало. Интересно, догоним? Потому что попал в него я так неплохо. Ой, ты мать твою, а! На меня бежит. Есть. Да, опасная зверюга. Ну, теперь мясо будет для всех винджа. Еще несколько стрел. Кто здесь? Так, делаем еще стрелы. Теперь смотрим вниз. Так. Попробуем, наверное, здесь спуститься. И опять ничего. Вообще, давайте смотреть карту. Там, кстати говоря, были волки. Здесь, что это такое у нас? Неизвестная территория. А это сопровождение. Ну, пойдем тогда, пройдем здесь. Найдем более подходящее место для спуска. Да, и, конечно, надо успеть до заката нам добраться до следующего места. Это какая-то впадина. Так, белая козочка. Да бегите, бегите. Это что, союзник, что ли? А ну-ка, стойте. Да вы гляньте. И правда, кто-то здесь есть? Хедшот! Хедшот! Давайте спустимся, поздороваемся. Так, и шкурки мы эти возьмем. Забирай. Великолепно. Куда ушел наш друг? Дружище, ты куда пропал? Блин, реально, куда ты пропал? Так, это у нас... рисунки. А вот и ложа. Взять вроде бы ничего нельзя. Да, хорошее местечко. Такое укромное. Так, пойдем дальше. Что это у нас впереди? Кто это? Кабанчик очередной. Да. Эх, ладно, беги. Вон там наверху тоже какой-то переход. Так, тихо, подожди, подожди, подожди. Он сейчас будет... Да, он побежал за мной.
значит, нам надо оторваться. Все, теперь не бежит. Блин, здесь будет, наверное, сложно подняться, может быть и нет. Итак, выходим с вами наконец на какую-то дорожку, на какую-то охотничью тропу. Идем вроде бы, да, идем правильно. Че по стрелам? Прочное дерево нужно. Каменные пальцы. Ничего, никого нет? Да прям-таки никого нет. Ну так это ж, как сказать, замечательно. Да, гляньте-ка. И правда никого нет. Здесь предлагаю взять дубину все-таки. Опа! Мясо. Пурпурный лист. Падавайда, ухайта, тинсай. Най, най. Джасар. У джасар, да. Асар. Ашай, упаджа. Гуев вас вас нас пафи. Упафи такар. Упафи. Утешаю шлаутра кваша дарга. Шлаутра кваша дарга. Видение. Мы в мире зверей. Звери меня не пугают. И лоси здесь, и дикие собаки. Олени. И сова. Так, не расслабляемся. Вот, судя по всему, следует лететь за этой совушкой. Да, мы можем с вами управлять полетом. Зайчики, олени. Прям волшебная страна зверей. А теперь под воду. Водой тоже красиво. Поплыли, поплыли, Такар. Где наш проводник? А, вон. Рядом с оленем. Показывай дорогу.
контрольная точка. Грибы. Дальше. И опять летим. Опять полет. Теперь видно, что немножко посложнее стало лететь. Ну, то есть больше препятствий разнообразных. Но мы с вами должны справиться. Опять водопад. Опять будет падение. Держимся. Да, все нормально. Погода испортилась. Мамонты. Более такие, смотрите, опасные звери. Теперь хищники. Волки. Тигры. Рыси. Еще один саблезубый тигр. Медведь. И опять сова. Что ж. Да, я укротил сову, и теперь смогу укротить воющего зверя. Надо найти белого волка, вожака стаи, и только я смогу укротить его дикий дух. Че, правда, что ли? Ну ладно, пойдем укрощать белого волка. Обыщем, посмотрим. А, задание доступно в меню карты. В рюкзаке у нас был корень редкого растения в количестве 2 штук. Давайте посмотрим еще что-нибудь. Жир зверя. А это что такое? Тушка какая-то. Ну ладно, пойдем. События. Убейте захватчиков и спасите пленников. Это где? Это где-то прямо здесь? Так, момент. Здесь пока все чисто. А, вот. Ух ты. Ну чё. Давайте совушку призовем. Полетим да посмотрим. Итак, есть у нас здесь парочка еще, да? А, вон тащит. Все понятно. Пойдем. Пойдем, сейчас разберемся. Поближе. Слышь, ты это, пленника не трожь. Беги, друг. 100 очков. Винджа сильный. Это царь зверей. По карте куда нам идти? А, прямо-таки прямо. Плюс один житель
деревне. О, ес. Эх, блин, промахнулся. Куда побежал? А ну стой! Выстрел в голову. Где еще один? Беги сюда. Беги, беги. Хедшотик. Клево. Так, давайте скажем вот этим чувакам, что можно найти неподалеку здесь убежище. Мужики, тормозим. Шкуру снимаем. Идем, идем. Кстати, поможете мне дойти? Вперед. Ух ты, блин. Кто это бежит? Чужие. Да все, до свидания. А, вот еще один. Нашли тебя. Эх ты. Подождите, а может быть его допросить можно? Нельзя теперь. Мертвые не говорят. Красный лист. Может быть, скрафтить что-то можно уже? Пока нет. Мы, кстати, с вами близко. Ах, ты увидел меня, да? Эй, кто так рычит? Тихо, 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 тихо. Обалдеть, это медведь. Знаете что, Мишку пока трогать не будем. Я знаю, что это будет сложный бой. Лучше подкачаться, а потом уже что-то делать. Ну-ка, ну-ка, что это за место? Задание «Хозяин зверей». Удам охотится на волков. И нам придется использовать возможности совы, чтобы найти их. Ну давай, совушка, покажи нам, где они. Тар, удам вантар. Вот, кстати, можно использовать зрение охотника. Да, в принципе, все. Мне теперь понятно, где их искать. Еще один красный лист. Да в дальнейшем пригодится. Главное, чтобы медведь все не испортил. Сейчас поближе подберемся. Тихо, тихо. Смотрите, хотели меня заметить. А вот так вот из кустов мы сейчас и атакуем их. Что ж, самый опасный, пожалуй, вот этот. Увидели меня, да? Ну иди сюда. Вау! Подождите, я думал, он так просто не заберется. Да иди сюда. Тебе одну стрелу осталось. И последний. Ну, стрелу, конечно, выпустили. Изрядно. Ой, это я извиняюсь. Так, не удалось, конечно, застать их врасплох. А все почему? Потому что не удалось сделать первый же хедшот. Если бы это получилось, то мы с остальными... То мы с остальными также быстро бы разобрались. Итак, что здесь? Используем мясо, наверное, да? Нужно изготовить приманку. Мясо у нас, конечно, дофигища. Но можно взять еще. Давайте возьму еще. Приманочку изготовили. И теперь надо смотреть, куда идти. Идите по кровавому следу. Кстати, копья. Тоже можно использовать. Давайте попробуем использовать... А, подождите, а где копье?
там придется менять нам, да? Ой, подружились, что ли? Ой! Ой, опять лосяра. Сейчас, спокойно, 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 спокойно. Блин, напугали его. Орет-то как. И где ж кровавый след? Кровавый след ведет, кажется, в сторону, да? Вот сюда? Просто здесь он обрывается. Блин, почему в этом месте он обрывается? А, нет, не обрывается. Волки близко, говорит. Пещера Валквы. И порядок применения приманки и приручения зверя. Давайте используем приманочку. Да нет, ты чё. Давай вот сюда куда-нибудь. О, хорошо. Кушай, кушай. Чё-то далековато я кинул. А ну-ка, тихо. Тихо, 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 тихо. Всё нормально. Сейчас приручим. Приручили. О, да. Теперь это наш союзник. Ну все, дружок. Пойдем. Пойдем охотиться. Плюс одно очко. Знаете, я пока не буду тратить. Пока немножко пережду. Зверь следует за мной, и нам нужно разобраться с другими охотниками. Так, спокойно. А вот они. Охотнички мои. Сейчас призовем сову. Так будет просто виднее. Раз. Где-то еще есть. Блин, пока только один. Ну давай, атакуй. Хорош. Ну, это все? Да, друзья. Это все. И наступает ночь. Очень опасное время. Ну что ж, круто. Это было задание хозяин зверей. Подлечим, подлечим зверя. Шаман Тинсей поселился в вашей деревне. Ну и теперь нам тоже нужно отправляться в нашу деревню. Это была, друзья, первая часть прохождения игры Far Cry Primal. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующей части.